Геншин Импакт 67... Да, 67, все правильно. Во-первых... Нет, еще ничего не заказывали, надеюсь, закажут. Напоминаю, что стандартный у меня 77 уже. Сигуту. Здесь у меня две есть, и потенциально еще один хотя бы точно выпавшего персонажа, если он выпадет. Да, если в очередной раз ее не будет, опять будет ультра грустно, потому что, ну, БП закончился, по-моему, да. Брать крутки буквально неоткуда. У нас персонаж Иназумы, да. Надеюсь, Гуджи принесет удачи в этом месте. Но я говорю, если казах выпадет, еще будет лишняя крутка. А так пока две. Ящик предсказаний, да. Ой, не к тебе, а к Риндо. Я забыл, что сделано, там падает здесь, по-моему, да, вот. Пойдет, наверное. Банго, 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 I don't wanna leave my Congo. Oh, no, 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 no. A bingo, bango, baby, I'm so happy in the Navy, I refuse to go. Это точно не клоун апокалипсиса. Спасибо, Эрди, за донат сердечками. И за лочь, я так понимаю. Обязательно глянем сегодня, если высшие силы, а как интернет не вмешаются. Ну, я надеюсь, настолько душить не будут. Потом забавно загрузить, например, картинку, мне позволяется. А вот опубликовать — нет. Типа, как это вообще работает? Сейчас попробую еще раз перезагрузить. Не-не, меня просто нахуй посылают, типа. Что? Ты жмешь кнопку «Опубликовать», ты ничего не жмешь. Привет, Мерс. Ну, пошли назумские персы, по крайней мере. Так что актуальнее здесь было. Так, для начала я стандартную крутанул. Две штуки, может быть, уже выпадет. В принципе, это 78-я получается, или сейчас какая-то... Да, это 78-я. Кстати, да, можно провести голосовалку. Сейчас я... это прогнозы, по-моему, да? Нет, это не прогноз, это опрос. Если что, это, само собой, к баннерному будет. Двух минут, я думаю, хватит. А стандартный лего в Гаран сохранишь? Ну, я буду пытаться уже, наверное, без стримов просто казаха выбить. Если не выбьется, ну, тогда посмотрим, на что-нибудь засейвлю.
Я выиграл в прошлый раз Мика, да, поэтому... Я выигрывал Райдена, выигрывал Мика. Ну, то есть, я и говорю, у меня персонажи Надзума хорошо падает. Так, помолиться сначала два раза. Так, 78-я. Душнилова. Блин, неужели... Ладно, еще если что, потенциально с нового персонажа. Кто-то и новый выпадет, если, конечно, не повторка Щи-Щи. Тоже возможно, блядь. Ну, фиолетовый. Блять, колея. Какая она уже. Почему мне так падает колея? Даже из просто. Ладно, 79 получается. Блять, уже C5. Бонусы. Ты принял Эмбер, может быть. А, да, кстати, какие у нас сегодня средства? В общем, надо посчитать. Смотрите, 6 здесь. 30 здесь. 101 здесь. Где-то полтора гаранта. Назову это так. Шансы есть, но они не стопроцентные. В принципе, как было с Мика в свое время. Правда, ивент не правда сейчас закончится. Так что еще, может быть, сколько-то там круток подкопится. Советуете мне сваливать... Я, кстати, даже не... У меня, короче, нету материалов на казаха боссовских. Все остальные есть, но боссовских нету. Потому что если он не выпадет, то в чем смысл? Вот. Поэтому я оставил себе кучу смолы, если что, быстро все его набью. Я же не последний упал, ща гляну. Один, 89 был у меня круток. Так что считай последний. Ну, там буквально 11 нужно будет считать. Так, я что-то забыл, да, точно. Ну, давайте послушаюсь вас. У него будет казуха и выпадет новый Крио Двуруч. Эх, Крио Двуруча я все же пропущу. Хоть мне и Крио Двуруч по дизайну нравится, но сейчас, к сожалению, рестов нет. Я скорее рыбу буду выбивать, потому что мне воды не хватает. Если что. Ну да, вообще фонтейн еще не за горами. Чем ближе ты клею, тем ближе чищаю. Это проблема. Так, где он там стоит обычно? По-моему... Не помню, кстати, с какой стороны. По-моему, с другой стороны обычно стоял. Вот там он обычно был где-то. А, вот, по-моему, здесь он даже стоял. Так, ну ладно, поехали. 11 круток получается. Кстати, еще один момент. Я же немножко развился. 90 уровень Сянлин. И я типа жду C4 Сянлин. Вот. Также там я немножко статы крутил. Там некоторые мне артефакты падали по мелочи. Ну, Фокалор все же за горами относительно. Там еще, блин, три патча до нее. Потенциально. Ну, если она в 3-3 будет. А, нет, они в 3-2 обычно архонтов кидают. Ну, короче, она будет нормально, я думаю. Так, ладно, казах. 11-я крутка. Поехали. Яу-яу, кстати, тоже лишней не будет. Потому что я ее использую. Хейдзе, ну... Хейдзе существует. 11. И мне сразу выпало око сознания. Оно у меня уже есть. По-моему, бесполезное. Второй будет. Второй будет. Хейдзе.
пацан, конечно, неплох, но, к сожалению, это мне не очень нужен. Так, 11:21. Ты, да, казах на минималках в неком смысле. Так, Сендин, хорошо. И еще одна минимум. Ну, типа, там до C6 довести будет нормально. Просто 4 прям, ну, сверхважно. Так что еще одна Сенлин нужна и казах. В принципе, на этом бы закончить в идеале. Да-да, само собой. 40% время, это типа база. Так, 31. Ну и Яу-Яу тоже, как бы. Там не настолько важный конс, но все равно там... Даже которые просто банально таланты повысят. О боже. Вообще существует... Не, да, Саю там, по-моему, с двуручником. Но в любом случае я не использую. Блин, и это все. Я точно не оружейный баннер выпадает? Мне типа два персонажа и две оружки упало. Типа, чё? А... 41-е. Ну, давай. Блять, Хейза второй. Еще один хотя бы должен, ну. Да иди нахуй, ржавый ебучий лук! Как же ты меня заебал! Серьезно, миллиард... Песни странников там могут выпадать. Еще какие-нибудь там другие фавои... Какого хуя этот ебучий ржавый лук? Он мне их штук 4 уже, а не 5. Четыре, 51-я, да, значит. Ну, короче, да, ранние леги уже не будет. Тут уже остается только побеждать. Фух, все. Окей, здесь разобрали, все. C4, отлично. Кстати, ни одной яу-яу не было. А 61-я. Последний вариант. Ну, опять же, уже не ранний, но хотя бы не поздний. Все остальное это уже... Соси. Так, лук выпал какой-то церемониальный. Но он вроде есть там потенциал. Ну, короче, вроде нормально. Церемониальное оружие в любом случае неплохое. Сейчас вроде никому прям не надо, но... Блин, мне реально, почему у меня столько оружия падает? Типа, где персонажи? Типа, я, ладно, не избавил. Ну, типа, там тоже проиграл, выиграл, я так понимаю. Но, типа, окей, я проигрываю, например. И почему мне падает именно оружие, почему мне персонажи? Это, типа, супер странно. Пиздец. 71-я. Пиздец. По штуке уже надо крутить надо будет. Да зафиг! Четвертый уже, по-моему. Why? Давайте, наверное, по одному буду крутить. Это 72-я. Семьдесят третья. Семьдесят четвертая. Так, это кто хотя бы?
Ассембли. Ну, опять же, там на Гоба, правда, а, по, ну, не так уж вкусно. Ну, там на DC6 тоже как бы пойдет. Ладно, нормально. Так, это было 74-й, да? Сейчас 75-й. Капец, душат. Пиздец. 76. 77. 78. 6 какая-то. 79, да. 79-я, блядь. Кай, назма! Блядь. Хоть и поздний, но победный. О, ни одной назмы не проиграл. Ни одной назмы не проиграл. Hi, honey. Фух. Ой. Так, получается... А, это... Ой, ладно, я, видимо... Ладно, пофиг. Так, но это еще не все. Я все еще хочу получить стандарт. Типа, что за фигня. Так, во-первых, огневихр усилился, огневихр удлинился, плюс гоба. Это может быть когда-нибудь само выпадет. Кстати, я правда слышал, что собираются дать халявную Лайлу. Идеально просто мне ульту бафнут. Последний как раз таки. Круть. Окей, это хорошо. Что там у нас там по хейт за несчастному? Нет, но яу-яу не упал, я в шоке. Типа, вообще. Я думал, ну, хоть что-то точно выпадет. Типа, по мелочи тут энергию восстанавливать. Тут, типа, уровень повысить, ну, как бы... Что-то я бы не отказался усилить на самом деле. Ну нет, мне Хейза падал просто как черт. У меня был он С0. И он у меня... Ладно, упал всего 3 раза. И такое ощущение, что у меня упал раз 100. Стоп, он реально у меня упал всего 3 раза? Абсурд. У меня такое ощущение, что реально у меня все лицо в Хейза было. Ну ладно. Да, ружки вообще, при том еще какая-то фигня. Кстати, я ни гайдов не читал особо. Я вообще не знаю, как этот перс работает, если честно. Знаю, что он очень крутой. Надо будет разбираться, как с ним вообще существовать. Так, во-первых, его нужно прокачать. Ой, тьфу ты, блин, Геншин. Постоянно забываю, что ты так работаешь. У меня куча оружки осталось, если что. Ой, не оружки, а... У меня, короче... Блин, я... У меня много артефактов, которые можно переплавить в сет, который ему нужен. Типа сам сет и не собирал. И вот видите, этих ресурсов у меня там овер дофига. Так, во-первых, сразу крутку. Это какая будет? 78-80-я, по-моему, капец, душа. Душа, душа. Два. Да сука, 80 уже! Ты издеваешься? Ah.
то тут же, по-моему, босс нужен, да? Я, кстати, первого прям сейчас убью. Просто потому что у меня, видите, энергия сейчас накопится иначе. И стандартная моно C1. И лук, или лук Амоса какой-нибудь на Ганьюй. Или что ей там лучше, небесное крыло, я уж не помню. Не знаю, еще ничего с Казахом не обдумывал, потому что я не рассчитывал, что я его 100% выбью. О, фига себе, тут непривиденная фея есть. Нифига себе. Так, а могу Кенку не с ничем убивается лучше. Ну, а возьму этот. Снаж, где он? Где-то внизу? Не очень понятно. Странная какая-то фигня. Сходу так не видно. Ну, ей, может быть. Ну, я разберусь когда-нибудь сам. Так, хочу сейчас разобраться с тобой, бро. Так, окей. Где-то там. Да блин. Вот он. Так. Юки га джимен ни очиру ото. По-моему, сейчас должны еще дать. Има но сэшша ва соре сра мо кикоэру йоу ни натта камо ширен. Нет, не должны. Тьфу ты. Меня это раздражает. Да, я знаю. Ну, просто, типа, я сразу слушаю. Четыре. Нужно еще дважды убить за сегодня. Пока пускай регенится. Так, где вы там сказали, он есть? Дальше в камнях. О, что это такое? Окей. Что-то я не вижу на том же уровне. А, понятно. Ну, хз. А, вон нашел. Не совсем на том же, конечно. Сильно пониже, но. Ты куда делась? О, ладно. Сейчас я еще упаду.
Ползком, ползком. Идем получать два гема. Или даже ничто. Да, все правильно. Такс. Что у меня здесь сейчас отмечает, что я что-то не отметил? А, то, что я нового героя получил, видимо, да? Хотя, а кто? У меня еще здесь есть, которых нету из четверок? Ой, нет. Или да, или нет. Нет. Галерея. У меня нету Рейзера. У меня нету Саю. И все, да. Да их нету, понятно. Ну, зато мне падают колеи, например. Казах. Где он? Ладно. Во-первых, оружие. Вы говорите, Фавони ему, да, хорошо смотрится? А у меня Фавони стоит на этой даме. Самаринял на синем у меня. Типа, я могу снимать с других персонажей, правда? Черные из лавки. А есть разница между лавками этими, что ли? Так, что у меня есть? Темный железный меч. Кузнецу иди. Он вроде там где-то был, да? Нет, стоп, я уж здесь давно в не бегал. Именно где гильдия.
А, вот он. Вот это что ли? И 5 раз его сделать, типа, да? Да, в смысле хватит. Типа, смысл экономить их. Привет, машину. А, в смысле, он же наносит элементальный урон, по идее, способностями своими, что той, что Ешкой. Ну ладно. Просто у меня, если что, типа, на обмен, если что, есть, они... Типа, вот. Не то, чтобы их мало у меня. Ну, в любом случае, если что, конечно... А, кстати, а вот этот клинок ему не подходит вообще? Типа, он тоже восстановил дает, правда, мало. Ей. Кстати, а что дает ему, интересно, его... Вот это, да, его, наверное. Ну, понятно. Тоже через МС. Ну, восстанова, опять же, скорее всего, если он же где-то будет стоять, то, скорее всего, с Райдом. Так что, в теории, МС должно хватать будет. Ну да, это атакующий явно. С критами. Так, я правда не знаю насчет ресурсов. Thank you.
Насколько-то даже удалось повысить его. Ну, на этом как бы все пока что, да. Дальше нужно фармить будет. А, сегодня у нас пятница, вот завтра можно будет. А, но самое главное артефакты. Да, вот что у нас самое главное. Для этого нам нужна алхимик. Все, МС. А, странствующий ансамбль, церемония знати, успевающий. Изумрудная тень, да? Насрано. А криты. Что ему с критами нужно? Нужны они вообще или не особо? То есть МС основной стат, МС дополнительные статы в первых двух, восстанова, раз особенно нету фавония, а потом уже криты всякие, да? Ну, фавония у меня нету, так что пока, да, даже... Ну да, в любом случае, шанс... То есть, обычные криты точно не нужны, шанс постараться поднять для будущего потенциального фавония. Ей. Так. Говно... Чуть-чуть не говно, но я не отделял. Так что, наверное, у меня есть получше. Ну, хотя ладно, я обычно такие не трогаю. Говно. Нет. Дендросет вообще кому нужен, кроме Нахиды? Чисто в потенциале. Ну и вот у меня он стоит еще на этой, на Яу-Яу, конечно. Колею не используйте, Гнари нету. Просто я думаю, там... Кстати, можно посмотреть еще сюда, где они там у меня... Есть что-то? Нет, у меня ничего не залочено, кроме цветка и шапки. Цветок что дает? Шанс крита, мастерство, сила атаки. А здесь шанс крита, понятно. Я на всякий случай оставил. То есть, в принципе, есть какое-то хорошее перо. Ну, да, можно оставить хороший, в принципе. Тут и шанс крита, и хп, восстановка, и сила атаки. Ну, какая опционально, но... Шанс крита и крит, ага. Шанс крита и крит, блин, вот можно в других местах подобные? У меня и на Яу-Яу стоит, и на Нахидиум Дендросет. Ну, просто в любом случае Яу-Яу ставить было особо нечего. Бонус лечения. А у Яу-Яу, по-моему, стоит бонус лечения и так шапка, да, скорее всего, получше, наверное, чем это. Блин, я надеюсь, сука. Нельзя проверить то, что надето.
Критурон. Но субстаты такие все. Защита, сила атаки, хп, хп. А, ну это пошли хпшки, понятно. Но у меня там есть один МС сила атаки, ладно, фиг с ним. Установлю такой себе, установлю такой себе. А, достигнут максимально 39, окей. Первый пошел, как говорится. Так, а это, так понимаю... А, нет, это кубок. Так, кубок говно. Говно. Перо с установой сил атаки, но без МС. Крит урон. Криты не нужны, да? Шанс крита тоже не нужен. Корона... не нужно, цветок восстанова, но нет МС. О, восстанова МС. И сила атаки, ну, лишним не будет. Пока золочу. А, пески это часы. Плохой. Восстанова, но мне восстанова не нужна. МС нужен. МС нужен. МС нужен. А, ну... Короче, из первой пачки только потенциально один цветок нормальный. А, подтвердить. Следующая пачка пошла. Так, здесь... МС, конечно, есть. Ну ладно, восстанова. Шанс, какая-то защита. Мастерство с защитой. Восстанова. Мастерство... Не надо. Так, шанс крита, восстанова. Мыса нет. А там что у нас? А, он уже даже прокачан на четверку был. Видимо, он был у меня как в один из вариантов. Че упадет, да. Ну, это в любом случае, мне кажется, получше будет. Здесь есть шанс крита. Ну, мыса нет. Обычно всем дендерам нужен МС. Так, пески... Это часы. На силу атаки обычно они не нужны, на защиту не нужны, на восстанову иногда нужны. Ну, как иногда, часто нужны, на хп не нужны. Но есть прям статы хреновые, так что... Защита, сила, защита, хп. Мне, кстати, нравится, что в ХСР хп и защита, типа, не бесполезны в любом случае, даже любому суппорту. Типа, в Геншине любому суппорту хп и защита, ну, кроме тех, кто хилят от хп... Типа максимально не нужны, их на поле просто нету. А там ты на поле стоишь, тебе в любом случае по лицу может прилететь. И иногда не помешает быть чуть-чуть поплотнее. То есть это не прям бесполезно. Так, с Дендро с этим разобрались. А, ХП. Так, это у нас позолоченные сны. Они у меня стоят на... Я и, в принципе, вроде больше никому не нужны. Они вообще нужны кому-то еще потенциально? Из тех, кто у меня есть. Ну, в любом случае, на ХП никому не нужно. Хайтаму, Сайна. Нету обоих и не будет. Так что можно, в принципе, наверное, плюс-минус распылить все. Нет, Хутави нужна ведьма. Сори, как говорится. Звучит не очень понятно, панда. А, ХП, ХП, сила атаки. Так, ну это все не нужно. Ага, все закончили. Быстро как-то. А, физурон, криурон, но с хорошими сила атаки, МС, шанс крита, да, я залучу даже. Хорошая крио шляпа. Может быть, понадобится. Так,
Крит, восстанова шанс крита. Если выпадет МС, потенциально хороший. Так что я даже залочу. А, стоп, это что у нас? А, это корона, господи, я думал почему-то, что это... Блин, оно похоже на перо из этого дендера. Блин, тоже зеленое. Это корона, это шапка. Типа... Фу ты, блин. Все, это атака, так что плевать. Так, значит, короны все мусор по итогу, да. Цветки. Здесь есть МС, есть восстановая сила атаки. Лучше. Шанс крита. Нет. МС, сила атаки, шанс крита еще. А даже не... Ну, здесь нет восстановы, правда. Зато здесь уже все статы распределены. Еще на... То есть больше статов банально. Ну, на всякий случай залочь, чтобы, да, выборка была. Восстанова. Защита. Восстанова. Потрясающе. Блин, кстати, здесь неплохие статы, но, блин, жесть. Ничего нормального не выпало. Ну, два цветка, но, опять же, цветки и так шанс, что они выпадут. Плюс-минус какие-то адекватные, высокие. Я имею в виду, где МС вверху нужен. Какой, блин, там шанс, мне интересно. А, так, головы пошли. Ну, здесь... Тут МС есть. Кстати, а ему нужно анима урон в кубке? Вот. Я, может быть, не могу, но я считаю, что это за артефакт. Может, я его оставлю. Не, просто, ну, опять же, всегда один артефакт. Если что, можно оставить будет. Из другого сета МС. МС какой-нибудь арт, если попадется. Вот как вот здесь у меня, что там было. МС здесь. Ну, хреновые статы, поэтому плевать на него. Я офсет возьму то, чего у меня, как говорится, не будет. Гидроурон плохой, атака не нужна, крио ничего особенного, сила атаки, шанс крита, нет МСов, защита, ХП, сила атаки, защита. Гидроурон. Не знаю, что это за гидросет. Вроде никому из гидроперсонажей он был не нужен. Вроде бы. Так, это ХП на 20%. Какой-то странный сет еще есть, не знаю такого. Сияние в рукаше. Child и Аята, понятно. А, ну Нилу нет и уже не будет долго, как минимум. Так, не надо, не надо, не надо. Ну ладно, это оставлю, будет неплохо. Не надо. Стоп, а Нилу там нужны же, по-моему, сплошное ХП, или мне память изменяет? О, МС есть.
ну статус все равно так себе. Оставлю тогда довольно хорошие подстаты. О, нет, не у этого, по-моему, или у этого. Нет, у этого, да, два крита здесь, с хпшкой еще одной. Так, гладиатор, в принципе, не самый хайповый. У меня, по-моему, на фишель двойка стоит для урона чисто. ХП, защита, электроурон. Куча... О, вообще все статы хорошие прям. Ну, восстановок только нету, но я оставлю. Крит. Шанс крита. Боже мой. ХП. Так, восстановок нет. МС, шанс... Да нет МС, шанс установлен, нет МС, МС, с ХП, ХП, силой атаки и защитой. Говнище. Пока залучу, конечно, но это супер выглядит грустно. Типа, буквально, я представить хуже не могу. Типа, хуже невозможно. Это буквально худшие сабстаты из существующих. Типа, буквально, любое другое сочетание было бы лучше. О, здесь мастерство стихии есть. Пока. Пока, раз у меня так все туго идет, я пока даже не буду трогать МС и так далее. Есть хоть малейший шанс. О, МС еще. И даже получше, наверное. Крит есть хотя бы. А, мне просто начал сет новый уже сыпаться, когда у меня еще миллион других не скрученных. Ну, этих тоже можно сразу в помойку отправлять, плохие все, да. И что только на казуху нужно, по-моему. Ну, окей, на сахарозу еще, но сахароза у меня вообще, по-моему, с этим... С... Как его там звали? Сет я забыл. Инструктор, во. Кстати, этот я даже пока оставлю, кубок электро. Бонус крио. Слабый. Лечение вроде никому не надо. Бонус анному урона. С шансом крита, мастерством и силой атаки. Ему точно не нужен бонус анному урона. Пира, ну слабенький. Еще один анному урон. Похуже, правда. На странника вроде не этот сет нужен. Там другой нужен, который атакующий.
ДМС восстанова. Ну, типа другие следы говно, но показал лучше. Господи. СМС, ну и все. Геншин, конечно, да. Золочь пока, но чтобы не тыкаться в него. Ну, странник, опять же, у меня быть не будет у меня его. Ну, блин, для Нахиды я плюс-минус собрал. Я явно артефактов уже столько обменял, и вообще как-то совсем грустно. Это, по-моему, издевательство, реально МС просто не падает. Типа, мне кажется, с точки зрения статистики это абсурд даже какой-то. Серьезно, шапок на криты столько упало. Я хожу, бью этот данж, этот, как его там называется, эмблемы. Вы не представляете сколько. Шапки на криты падают раз в 100 лет. Типа здесь уже миллион шапок на криты было, а МС-а просто нет. Типа и что это? О, и с критом даже это лучше. О, да, совсем хороший. Сила атаки, ХП. Так, это по идее на Ганью X сет, я честно не знаю даже. Ганью я тоже пока еще не разбирался, что с ней делать. Что я вроде и МС там какие-то билды нужны, а в других он не нужен. Криты, понятное дело, всегда нужны, но вот, да, где сочетается МС и криты, у меня всегда вопрос. Доставлять. Так, ну на ХП не нужно, на МС тоже вряд ли. Хотя нет, опять же, сейчас я оставляю все, что есть на МС, я оставляю. МС на крил дает бонусы к заморозке. Па, еще пиро можно стрелять, насколько я знаю. Шанс крита, ну, слабые статы совсем. Шанс крита, статы получше. Ну, саппорт не интересно, да. Тайне фул ансамбль. А заморозка. А, есть Криос, да, наверняка есть какой-нибудь.
Просто у нее опять же вот этот увеличивает урон заряженной атаки на 35, если персонаж использует. Ну, то есть буквально для нее она же типа, стреляет заряженными. Ну, и МС лишний здесь, да, дается краски для этого. Мастерство не надо, не надо. Достигнуто максимальное. Да, я думал, как-то поувереннее будет идти дело. Просто издевательство какое-то. МС восстановый. Что-то. Хорошая стата, конечно, но не ей нужен. Ему МС нужен. Один артефакт хотя бы. Так, уже два, да, собрали. А вы золотые используете для прокачки, что ли? Я тебе никогда золотые не использовал еще для прокачки. Нет, только те, которые повышал, и фиолетово-синие. Типа золотые жалко. Так, а это что, так увеличивает урон взрыва стихий? А, это знать. Понятно. Все будет неплохо. Шанс снова оставлю на всякий случай. Так, что за клятва? А, это миллилит, ясно. Яу-яу, вы говорили, что потенциально миллилит нужен, да? Смс-а можно. Нет, их. А да, тут ХП есть, наверное, тогда. Уже неплохой. Приличнее что-то. Хотя бы с одним статом чуть-чуть полезное. Так, а чего у меня нету? Совсем. Так, бледный огонь. Это на нового кривого, по-моему, персонажа нужно, да? Сила атаки.
Так, МС, здесь слабенький, правда. Хотя относительно. КП, крит установлен. Мне надо... Так, тоже тут есть МС установлен, я ставлю защита, мастерство, но он похуже, у меня уже есть получше. Просто да, Эола, конечно, неплоха, но она даже как боец сейчас довольно, ну, просто норм. Типа, ей можно играть, но... О, МС. Восстановый. Сейчас, секундочку, еще проверить, что по итогу у меня там есть-то. Что мне не хватает. Кстати, можно Кенки поубить. Нам его еще дважды убивать до крутки. Неловко вышло. Депортатор хренов. Лицрю джугун. Честно, чем меня убило? Вроде не так много урона с этой штукой. Или много? Непонятно. Ну, короче, странно убило меня. Вроде сейчас не хватает, да, пока еще, да, все правильно, нужно дважды. Так, у меня есть на МС здесь. Один на МС здесь. И, да, у меня везде, в принципе, собралось хоть что-то. Что из этого у меня худшее? Крит урон. Здесь только из полезных. Здесь вообще ничего полезного. Да, это можно сразу отменять. А здесь у меня только одно полезное с восстановой. Зато непонятно, что здесь будет еще. А здесь у нас тоже восстановой. Непонятно, что будет еще. Ну... Ну, надо посмотреть, во-первых, что здесь будет. Вторым... Ой. Вторым статом. Крит урон. Хорошо.
Это, скорее всего, значит, пойдет в дело. Что у нас здесь? Ой. Черт. Вот четверки вижу есть. Но он не пока не то, чтобы прям ужасный, хотя, видимо, не очень был. Сила атаки. Нормально. Что, по идее, этот все еще самый слабый. У него только один шанс потенциально полезного стата. Шанс крита, мастерство стихии. Да. У меня есть здесь с плюс-минус полезными уже статами. Здесь есть восстановый, и здесь есть восстановый. Временно пока можно надеть. Нахида же вроде не имеет... Насколько я знаю, анима никак не сочетается с дендро. То есть тебе нужно выбирать пачка анима или пачка с дендро. То есть, грубо говоря, типа там... Я и Мика с Фишель... Нахиды Яо-Яо, а другая тема там Райден, Казах, Сянлин и еще какое-нибудь говно. Так что это типа... Это, ну, это разные билды вообще. О, стой, сейчас, секундочку, забыл про перерыв. Сорян, как говорится. Thank you.
Буска, как говорится, я все же больше доверяю людям, прошедшим бездну. Потому что такие вещи нужны только для бездны. Мы обсуждаем исключительно бездну и, само собой, последний уровень. И на 3 звезды. Потому что я пока делаю только на 2. Так. Пам-пам-пам. Изумрудная тень. Шапка. Ну, давай с тебя начнем. Стоимость этих персонажей сильно меняется. Двумя персонажами, если у тебя есть эти, как их называют. C6, например, Елань. Без этого любыми артами не закроешь. Так, нет, не то. Не самые нужные арты сливать можно потихонечку. Да, вот, например, вот такие. О, отлично, восстанова упала в основном. И ХП, конечно же. Ну ладно, только один раз упало говно. Житуха. Так, а здесь у меня... А, это Крио и Электро. Я на всякий случай оставил. Сяо С6, может быть. Так, это было довольно сильное, я помню, перо, да. Это ХП у меня для потенциально Хутаева, но я его в жизни не использовал, потому что у меня на МС стоит. Но все равно лучше, наверное, не обменивать, он, в принципе, неплохой. Хотя тут защиту много упало, ХЗ даже. Это у меня вариант для лечения Беннета, Пира. ХП, МС, да, очень плохой. Спокойно можно выбирать. Один раз ХП и все остальное восстановил. Ну, тоже, в принципе, скорее хорошо. Криты не упали, но, опять же, восстановил важнее. А вот и криты. Так, здесь я поставил ему... Да, пока временно штуковину. Стоп. Что такое? Где? А, я ему не надел, лол. Я думаю, где оно? Так, здесь у меня стоит. Выбирать тебе нужно из перьев. Мне нужно мастерство, шанс крита, мастерство восстанова, мастерство, шанс крита, крит и сила атаки. У меня проблема, что у меня шанс крита равен нулю практически. Думаю, надо бы хотя бы чуть-чуть добрать их. Так что... Здесь там уже... Здесь... А, нет, здесь криту...
Если такой, такой. Да, есть две защиты, здесь, блин, любая полезная стат. Не, лучше я, конечно, сюда пойду. Здесь хотя бы все статы полезные, 100%. Так, это у нас что? Электроурон. Слабый, да. Не на меня. Шансы МС, отлично, все, что надо. Вообще отлично. Три, девять, семь, восемь. Самый худший. И крит выпал, окей. Зато, кстати, очень много. 7% там упало. Угу. Так, надеть. Цветочек. МС, шанс крита, сила атаки, шанс крита, восстановил мастерство, вот этот пока надо лучший. Мастерство, сила атаки, шанс крита, но здесь восстановил лучше. Восстановил мастерство, сила атаки, здесь шанс крита лучше. Здесь по 3 будет, да, это лучший. Единственное, что может, ну, понятно, раскидка статов быть не самой удачной. Привет, Сейбар. Такс. Какой-нибудь из этих перьев распылить. 3 явно не нужно. Шанс крита, крит, сила атаки, хп. Сила атаки, шанс крита. Ой, зато совсем слабенько выглядит. Добро пожаловать в ад. Мухахе. Понял. Я, правда, опять же, ну, я уже говорил про это. Сейчас амнезия будет. Не срочно, поэтому будет. Но окей. Спасибо в любом случае. И, кстати, псевдо-то заказан уже. Можешь заказать, например, Фонтейн. Вместо этого. В любом случае, спасибо, Джек, потом отпишешься. Чё почём. Так, а какое там было полное говно? Восстановим эскрит. Наверное, второй по универсальной все же будет. Хотя тоже, конечно, так себе. Сила атаки такой себе, ну куча шанс крита она падала. Теперь у меня он явно не нуль. Хорошо. Шанс крита. Ну, надо похуже все же. Вот и МС. Мальца, но хорошо. Окей, ладно. В целом, именно раскидка получилась, да, добротной. А...
Так, надо с артефактов смотреть, потому что у меня сами статы говно. 26 шансов здесь, 31, ну это просто бонусиком, восстановил почти 40. Сила атаки 505, ну окей, там будет больше, потому что база сейчас маленькая. МС 653 главное. Ну, анима урона нет, да, понятное дело. Так, убить Кенки и надеяться, что выпадет еще что-то. Да, у меня шуты нету, фак. Вот урод, всю ту прожрал. Хорошо. Да, я видел, Джек. Я видел видос, который ты скинул. О, пам-пам-пам-пам-пам, казах. Еще да, вот МС дают здесь, точнее. Ну, боюсь, все же пятизвездочный, было бы странно, если бы он был бы хуже. Стоп, а почему мне не дали? А, я забрал уже, господи, я уже накупился. Блин. Так. Какая там будет? 81-я уж, по-моему. Ну, наконец-то! Что-нибудь полезное! Что-нибудь, блядь, полезное! Кека! Хорошо! Хотя бы вайфу-фактор. Hi, honey! Hi, honey! Да. По крайней мере, можно будет поставить в отряд Ганьюи, который этот, меня делики выполняет, чтобы качать дружбу. Ну, хотя бы. А, кстати, ее ж тоже качнуть можно. Слегка. Успех. Ну, я выиграл 50 на 50, хоть и жмотили меня. Так что скорее успех, да. Ну и сейчас хотя бы персонаж из стандарта выпал полезный. Ну, как, окей, не то чтобы полезно, он мне нафиг не нужен как геймплей, потому что у меня есть Райден. Но, типа, по вайфу-фактору нужен. Потому что это, типа, перс из Астира, по образу. Хоть, к сожалению, в сюжете не принимающий вообще никакого участия, и пока в ивентах я ее тоже видел очень мало. Надеюсь. Ну, я знаю, что ее было много раньше, поэтому, как бы, с точки зрения логики Геншина, типа, ей так уделили уже много внимания, но я-то это все пропустил. Ваша популярность растет. Что очень грустно.
Спасибо за подписку, добро пожаловать. Ну, один раз круто, ну, конечно. Ничего не выпадет, само собой, ну так, по фану. Я слышал, что у него вторая конста у казаха какая-то очень сильная. Мокхио-садамете, хиби дореку касанелеба, изре сэйчо суру но ё. А, понятно, он объединяет в себе сахарозу еще. Да, звучит прикольно. То есть можно было бы ее к Хутаве, да, сожестать. А, правда, Хутаве щит нужен. Ой, извините. Кстати, Кека еще помогает в передвижении по карте. Что тоже плюс. Чисто по фану. Кстати, насчет Кеки. У меня под нее меч был из БП. Наконец-таки я могу его поставить. Finally. Ай. А что за рык? А, рык на силу атаки. Не, ну это, конечно, получше будет. Это посильнее. Потому что дает криты шанс критов, который ей нужен. Ей палка на криты не помешает. Учитывая, что ей даются криты в стандарте. Да. Бокенмо шоубаймо. Шанс ва иссюн нано. Ей. Тебе надо крылья. Или такие нормальные, что надо посмотреть, какие у нее. Мне подарили один раз. Кстати, это же Кека выпала мне. Я же на нее и копил, откровенно говоря. Time to donation. Эй, магазин, ты будешь работать? Ладно, я хочу купить, мне не дает игра. Ну да, синий, все же, наверное. Хотя, блин, они светло-синий, темно-синий. Ну, остальные это фиолетовый. Кстати, фиолетовый не так плохо смотрится, но. Да, кстати, Укли будет клевый довольно дизайн. Мне тоже понравился, ведьмочка такая. Учитывая маман подходящий. Даже непонятно. Идеального нет. Слушай, по-моему, голубенькие самые подходящие, но сложно. У меня нету идеально подходящих прям. Кстати, белые. А ты возьмешь скин Кеки? Да, хочу скин Кеки. Это единственный скин, который мне нравится в Геншине. Больше, чем стандартная версия. Может, реально белое ставить? Так, где это покупают в гардеробе, да, логично. Тебе подбирал, я ей подбирал, кстати. От этого-то, нет, тут не здесь, что-то другое будет. Ну ладно. Я в любом случае в обоих побегаю.
Они разные, мне оба очень нравятся. Hi, honey. Пуф. Может здесь это будет? Да, белый теперь хуже выглядит. Мне кажется, теперь синий лучший. Для этого гардероба. Да, синий прям ок. Под синюю юбку, все дела. Прям очень красиво, да. Так, а как я... А, вот так не работает. Понял. Окей, отлично. Рицрю. Чок. Кансэй. Бунайся киси. У меня есть только один герой дамажит. Теперь это пачка из двух персонажей, по сути. Потому что остальная пара некачанная. Гоню хотя бы 60-го, а это вообще 20-го пока. Да, у него атаки, конечно, клевые. А, да, то, о чем я и говорил. Главная задача второй атаки — это вот это. Они всякие там боевые стили какие-то. Фуф. Так, ладно. Мы закончили с утилитарными вещами. Хотя бы стартанем, в принципе, на хитку сейчас. С почта, время, настройки. Ты где? Черт, я забыл, где эта штука находится. Здесь, что ли? Нет. А, в заданиях. Тьфу. Да, это вам не кошечка Киана из Ханкая. Да плевать на ульты. Ну ладно, окей, не то чтобы плевать. Мне все же важнее его просто в целом образ, как меняется. Мудана джикан о сугоштеру то, сигото га оваранай ва йо. Мне теперь две работяги. Буквально я сказал, не повторили про работу. Одна, значит, потом вторая. О, а это Нахида, же найка? Нахида. Нахида! Масака, ここ де омай не аэру нанте омуанакатта зо. Эй, ватакуси мо ё. Хисашибури не. Сайкин чоуси ва доу кашира? <笑>楽しんでいるみたいで何よりだわ。お前はどこに行ってたんだ？手がかりを探しながらついでに気分転換でもしようと思ってね。実は世界樹を救った後から私の記憶に一部曖昧な断片が存在するの。 Все же эту тему буду, да, доводить, видимо, до конца.
まだ一つ何かすごく大事なことが残っている。それをうっすらと覚えているのに、それが何なのかどうしても思い出せなくて。え、なんでそんなことが。心配すんな、思い出せるよ。オイラたちが一緒に手伝ってやるぞ。え、ありがとう。それなら一つ見せたいものがあるわ。おお、すごく綺麗だな。しかもなんか力に満ち溢れてる感じがするぞ。これは私がスラサタンナ聖書で見つけたものよ。でも私はこれについて全く見覚えがないの。Да зачем другие компании переводить? Опять же, если существует Ханкай в той же самой компании. Вопросы именно поэтому.中には純粋な元素力が詰まっていて、私の力にかなり似ているけど少し違うみたい。曖昧になっている記憶と何か関係があると思って調べてもみたわ。でも収穫は何もなかった。旅人、お前は何か思い当たることないか。じゃあこうしようぜ。ナヒーダ、オイラたちこれからちょうど冒険に出ようとしてたところなんだ。もし何か手がかりを見つけたらすぐお前に教えてやるぜ。ありがとう。まさかまたあなたたちに面倒をかけることになるなんてね。そう遠慮すんなって。お前こそまだ心配事がたくさんあるだろ。Почему ты крупным кадром какого-то рандомного мужика? Он важный? Почему этот не в центре?Окей, ладно, реально важный. Плесеник. Хора, докка иге! Кокова кинокон га ките ии башо жа най. А, это мирный. Не атакующий. Моуши ваке аримасен, соусин сама. Кинокон ва фудан коко ни чикайора най но десу га.まだどっか行かないのなら力ずくで追っ払うぞ。ちょっと待って、この子何か言おうとしているみたい。送信様、こいつは魔物ですよ。大丈夫。серьезно? いいわ、大体わかった。どうやらこの子私たちをどこかに連れて行きたいようね。Правильно, рандомный плесеник пришел, мы должны за ним следовать. Има но де вакатта ну кайо. Эй, 生き物によって生活習慣やコミュニケーションの取り方に違いはあれど、その感情は共通しているわ。この子からは焦りと恐怖を読み取れた。私たちの助けを必要としているみたい。まあ、確かにキノコンは可愛いやつだけど。Помню, был даже какой-то ивент с ними, где дерешься ими. そうだな。じゃあ行ってみるか。え、この子が道案内をしてくれるはずよ。見た目はみんな似てるけど、キノコンの中には。穏やかなやつもいれば、凶暴で人を見たらすぐ襲いかかるキノコもいるんだよな。仕方ないわ。この子たちの目には人間が凶悪な魔物に映っているのかもしれないもの。この子たちには人間の行動に攻撃性があるかどうかなんて理解できない。そして人間が武器を出す頃には手遅れになってしまう。ならいっそのこと先手を打ってそれから考えた方がいいでしょ。なんだか人間の考え方とあんま変わり。Вырубили пайман。なるほどね。あんなに焦っていたのは
このキノコンが気絶していたことが原因みたい。Самое смешное, что этих плесневиков надо тоннами убивать, чтобы Нахида получила свои уровни. 見たところ、こいつら家族っぽいな。つまり、このキノコンはナヒーダに家族のことを見てもらいたかったってことか？おそらくそうね。キノコンの思考は単純なものだけれど、元素力に対してはかなり敏感だわ。きっと、私が戻ってきた時に気づいたんでしょう。私なら、この子を助けられるかもしれないって。見せてちょうだい。よくある症状なら、なんとかできるはず。え？どうしたんだ、ナヒーダ。どういうこと？おかしい。このキノコ、胞子から進化した生命体ではなく、元素生物だわ。え？元素生物？ええ。普段あなたたちがよく目にするキノコンは元素力を使えるけど、それはあくまで自然界にある元素力を借りているに過ぎないわ。でも、このキノコンには体表の下にキノコン類と同じ生態構造がない。その代わりに元素が渦巻いている。ええ。実に不思議だわ。こんな生き物見たことがない。Просто поумнее. Нахида га сиранай нанте. Мита токоро, коно генсо лёк но катамари ни кёдай на ана га декте иру ва. Коно ана га генсо лёк но сэйжоу на нагаре о хабами, коно ко о кизэц сасете иру митай. Джа, соно ана о умереба, коицу ва мэ о самасу тте кото ка? Э, соно хазу не. Коре ва чёдо私が最も得意とすることよ。今すぐ治療してあげましょう。あ、すみませんね。二つの力が。うまく融合しているわ。もう心配する必要はなさそうね。草の王。おい、ダジ говорит。草の王ですか。Ксанали буквально. Опять же, мне все еще кажется, что ксанали они использовали для кса японского травы. Хоть по идее она никакого отношения к Японии не имеет, но структура имени слишком совпадает, чтобы было просто совпадением.私をお救いくださったのが草の王だなんてありがとうございます。それに隣にいる見知らぬ人と生物にも感謝を。あ、не было вроде пока арки с похитителями сокровищ какой-то глобальный。見知らぬ生物が言葉を発するなんて、私もあなたと同じくらい驚いています。オイラはどっからどう見ても喋れるだろう。それからオイラは見知らぬ生物じゃない。パイモンだ。буквально что ты。パイモンというのですね。こんにちは。私はまだ見た目で生物の知能指数を判断できません。ロスト2。言葉を発してから初めてあなたが喋れることを知ったので。よ、そんなに真面目に答えなくてもいいって。オイラの見た目って言葉を話せないように見えるのか？Yes, you are. そんな風には見えないと思ってたけど。誤解です、パイモン。口という器官には言葉を発する以外にも食事や呼吸といった重要な機能があります。口があっても必ず喋れるとは限りません。あなたは今までに見たことない生物でしたので、憶測だけで定義づけることもはばかられました。
あなたの見た目が人間と相似したものでも、外見の似たキノコンとスライムのように中身が全く異なるケースだってよくあります。このキノコン、漂霊院で勉強でもしてたのか？オイラよりよく喋るぞ。молчуны тут только мы。あなた、やはりキノコンではないよね。ええ、あなたたちからしたら少し唐突なことでしょう。きっと聞きたいこともたくさんあるかと思います。まずは場所を変えましょう。私がわけのわからない言葉で長々と喋っていたら、私の家族が怖がってしまいますので。あ、то есть они реально жили вместе。助けてくれてありがとうと言っています。私はテイワットにいるすべての生物を知り尽くしていると自負しているわ。この目で見たことがなくとも相応の知識を持っているつもりよ。でも、すべての元素生物の特徴と比較しても、あなたと一致するものが見当たらない。あなたは何者？一体どこから来たのかしら？私は非常に古い種族の生まれです。私たちは長い年月もの間、ずっと存在し続けてきました。私の故郷は清らかで美しく、緑にあふれたところでした。私と私の家族たちは何の憂いも心配もなく、日々を楽しく過ごしていたのですが、世界の滅亡が訪れたことで故郷は一変しました。Апокалипсис 500 лет недавности или еще более старой? Осорошие чикара га свете о номикоми. Сайяк но тане га ваташ тачи но тайнай ни незасте мебаэру то. Ягате юганде сэйгё га киканаку натта но дес. А, видимо, плесневики в общем изначально были нормальными, а потом их типа карапнуло. Секай но мецбоу но хигайша де ари нагара. Секай но мецбоу соно моно то наримашта.世界の滅亡？私にもよくわからないわ。一種の偶話のようにも聞こえるけど。すごく複雑で、とても長い道のりでしたので、すぐに理解していただけるような説明はできそうにありません。大丈夫よ。別に責めているわけじゃないから。I have all time. 続けてちょうだい。はい。私は運よく生き残り、一部の家族たちと一緒に故郷を離れました。スメールで故郷を作る方法を探そうとしたのです。私たちは様々な種族と交流をして、その文化と知識を学び、世界の滅亡の真相を理解しようとしました。後になって知ったのですが、世界の滅亡の力は人間から禁忌の知識と呼ばれているそうです。禁忌の知識がお前の故郷を滅ぼした？じゃあまさかお前は砂漠から来たのか？いえ、今も故郷を救う方法を探しているのよね。でも砂漠の災いはとっくに終わったはずよ。草の王の言う通り、砂漠ではありません。я не помню。自分の故郷の場所をあなたたちに教えてあげたいのですが、残念ながら忘れてしまいました。滑稽に聞こえるかもしれませんね。私と私の家族たちにとって一番大事なことだったというのに。どうしてそんなことになったの？私は世界の滅亡により汚染された生命体。その汚染が消えた時に一部の知識と記憶も持って行かれたのです。なるほど。そういうこと。あの元素力の穴も、禁忌の知識が消えた後に残されたものね。ごめんなさい。こんなことが起こるなんて予想していなかったの。大丈夫です。草の王が謝る必要はありません。
あなた様が動いてくれていなければ、私が失っていたのは知識と記憶だけではありませんでしたから。それに、私だけが救われたわけではなく、この世界に残された禁忌の知識も、すべて草の王によって一掃されたのですよね。ええ、禁忌の知識はもうないわ。あなたの故郷も救われたはずよ。私の故郷も救われた。故郷に帰れる。ずっとずっとこれは希望の見えない願いだと思っていました。それがまさかこんなにも早く叶うなんて。Когда вышел второй Типа, до новой локации в пустыне или после? Я не могла выполнить миссию Вместе, окей. よくやってきたのだから。Не будем уточнять, что именно она сделала. どの種族も禁忌の知識に対抗するために重い代価を払ってきた。これは一つの個体が背負うべき責任ではないの。さっき言っていたけれど、その故郷の生き残りはあなただけじゃないのよね。他の家族はどこにいるのかしら。世界の滅亡は私たちをひどく苦しめ、多くの家族の命を終わらせました。誰が生き残っているのかは私にも分かりません。なんだ？そうなのね。でも心配無用よ。私に任せてちょうだい。ウリンはアランナラたちに任せるとして、シティは善良な子供たちに頼みましょう。Детский труд, моя любимая. Все еще от старых привычек не избавилась. Типа она уже буквально бог местный и повелитель. Но отдать приказ страже ничего не такое для нее это непривычно, видимо. Сука! Айцра не тецдатте мораева инда на! Чотто наттете чёдай. Сугу ленак суру кара. Пуф. これでいいわ。見つかるまで多少時間がかかるでしょうから、少し待ちましょう。ありがとうございます、草の王。私たちは皆信じていました。草の王が約束を守ってくれることを。アラナラ、что же элементальные существа?目が覚めて、あなた様を見たその瞬間から、ある予感がしていたのです。あなた様は、約束を果たすために来てくれたのだと。約束？もう覚えていないかもしれません。でも、これは私たちが深く信じている予言です。最悪が終わった暁には、草の王が、私たちを故郷まで連れ戻してくれると。そうだったのね。本当にごめんなさい。私の記憶にも少しおぼろげな部分があるの。でもあなたたちの故郷を心配しているのは事実よ。私に迷惑をかけるとかは考えないでちょうだい。これは私がやるべきことだから。では情報が集まるのを待つ間、ある場所まで一緒に来てもらえませんか。共に帰郷できる家族は多いほどいいので。でもどこにいるのかわからないんだろう。はい、でも私はその最後を知っています。歩きながら説明しましょう。あ、все же не создание богов, да? Окей. Неправильно запомнил, значит.
Ну, я так понимаю, рухи или кого, или они из селестианских богов еще создания. Ну. Так, ну вот, краски пролог успели закончить, отлично. Пойду ёбну магу Кенка еще раз. В целом, успешно было. Популярность растет. В этот раз. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Мы получили казаха, хоть чуть-чуть поздно, но с первого раза. Поздно, но все же Кеку, а не там чичу условную. И Сян четвертый получил, даже пятый. Руха. Ну, все правильно, тогда все логично. Ещё будет похилиться. А, кстати, запись-то можно закончить.